Приветствую вас на моем канале. Сегодня я предлагаю вам вариант приготовления фаршированной тыквы с гречкой и говядиной. Это сочное, вкусное блюдо. Если вы не подписаны еще на мой канал, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления нам понадобится тыква, мякоть говядины, луковица, сметана, гречневая крупа, сливочное масло, яйца, укроп, соль и смесь молотых перцев по вашему вкусу. Начнем готовить. Яйца ставим вариться вкрутую. Кипятим воду, солим ее и закладываем в нее промытую гречневую крупу. Воды должно быть в 1,5 раза больше, чем крупы. Варим рассыпчатую кашу. Заправляем готовую кашу частью сливочного масла. Лук мелко нарезаем. Мякоть говядины нарезаем небольшими кусочками. У тыквы срезаем верхушку, которую потом используем как крышку. Удаляем семена и часть мякоти. Мякоть нарезаем мелким кубиком. На сковородке на сливочном масле обжариваем лук. Добавляем к луку мясо. Солим и перчим по своему вкусу. Затем томим мясо до готовности. Измельчаем зелень и мелко режем вареные яйца. В сковородку к готовому мясу выкладываем тыкву, яйца, укроп. Добавляем гречку. Хорошо перемешиваем. Подготовленную тыкву заполняем гречкой с мясом. Сверху поливаем сметаной. Накрываем крышкой, перекладываем на противень, запекаем в духовке при температуре 170 градусов до готовности. Наше блюдо готово. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!